На конкурс дети читают стихи. Артем Рябушенко, 10 лет, 4 А-класс. Поселок Новосадовый Белгородской области, МОУ Новосадовская СОЖ. Дмитрий Бельветинов, Новый год. Друзья, настал и Новый год! Забудьте старые печали и скорби дни, и дни забот, и все, чем радость затмевали. Но не забудьте ясных дней, забав, веселья легкокрылых, золотых часов для сердца милых и старых искренних друзей. Живите новым в Новый год, покиньте старые мечтания и все, что счастье не дает, а лишь они родили желание. По-прежнему в год новый сень, любите шутки, игры, радость и старых искренних друзей. Друзья, встречайте Новый год в кругу родных, среди свободы. Пусть он для вас, друзья, течет, как детство.